Андрейченко, можно сказать, что я не ожидала от вас такого. И другие тоже жюри. Вот, и могут занизить оценки. И вообще, я думаю, что, сынка, у меня получилось не очень. Но ведь она ребенок, по сути. Поэтому все, что присуще ребенку, все присуще Саше. І пошаліти, подурачитися, і не послухатися. Для того, аби навчитися долати бар'єр віку і перевтілитися в дорослу жінку, Саша вдалася до крайніх заходів. Я буду пити, курити і буду отак от себе, дівчинка легкого поведення. Грати рокову жінку, переігрувати все. Для мене це було складно. Слава Миколаївна мене ругала, щось не вийшло. Ти себе ведеш, звісно, в цій ситуації. Руки лица не положили. Вот ваше знакомство. Ну, трудный человеку, я уже знал, что вообще человек там третий раз снимается только. Но все так быстро, очень много взрослых людей, которые смотрят на нас, ее напрягают. Она, видимо, тоже иногда стесняется. Я стесняюсь, она как бы подама. Я очень боюсь, честное слово, очень. Потому что у меня такое предчувствие, что я буду в номинации в этом концерте. Светка, да? Мне эта идея не нравится. Ну а кто мне поможет, если не ты? А ты что, не можешь своего парня по-другому как-то проверить? А как? Мне же надо посмотреть, верный он или нет. А единственный способ посмотреть это узнать, как он будет реагировать, когда за ним начнет ухаживать другая девушка. Ты что, боишься? Ну чего это я боюсь? Вот с чего ты взяла? К твоему сведению, Света, я на свидание 100 раз ходила, и ничего не боюсь. И мне эти свидания, знаешь, так, тьфу, расплюнуть. Ну, молодец, тогда тебе и волноваться-то нечего. Ты ему позвонила? Да. Сказала, что мы не знакомы, но нам очень нужно встретиться. Сегодня в ресторане. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Люда? Да. Садитесь. Можно на «ты». Может, угостишь меня чем-нибудь? Вина будешь? Буду. А твоя девушка любит вино? Вообще-то я не пью. Ну, давай выпьем красного. Официант! Молодой человек хочет угостить меня красным вином. Добрый год. Паша, неужели тебе не знакомо мое лицо? Нет. Странно. А ведь я каждый вечер сижу в твоем подъезде и жду, пока ты пройдешь мимо. А еще я нашла твою страничку ВКонтакте. И все про тебя знаю. Спасибо. Все хорошо? Да, спасибо. Я не знаю, что бы делала, если бы ты не пришел на свидание. Я закурю? Ты куришь? Да. А что? Тебя это шокирует? Нет, спасибо. Твоя девушка не курит? Танцуем? Вообще-то я не танцор. Ой, да ладно. И все-таки ты не ответил на вопрос. У тебя есть девушка или нет? Да нет у меня девушки. Что? Нет у меня девушки. В чем дело? Ага. Алло. Света, не верь ему. У него нет девушки, представляешь? Нету. Какая Света? Ага. Ну, и что ты теперь скажешь, а? Так ты о чем? Люда, не волнуйся, у него нет девушки. То есть? Вот смотри, вот мой парень Денис. Паша его брат. Ну и мы решили вас познакомить. Спасибо. Боже, какая же я дура. Вела себя как... Извините, я пойду. Подожди, подожди.
Слушай, у тебя это первое свидание? Да. У меня тоже. Знаешь, оно мне понравилось. Честно? Честно. Мне тоже. Прости меня. Ну что уж там, хочешь потанцевать? Очень.